Более 3 лет назад Елене Поспеловой надоела скучная работа в банке, и она решила разнообразить ее. Нашла себя в живописи. Сначала были попытки заниматься ею с помощью самоучителей в интернете, но они не увенчались успехом. Позже женщина пришла в студию «Колорит», где занимается до сих пор. Выставка в библиотеке стала своеобразным итогом ее творческой деятельности. Здесь представлен цикл «Мой город» и картины с изображением моря, которые так любит автор. Свою выставку я бы назвала «Вдохновение», потому что это чисто мои эмоции, то, что я переживала. Я ездила в Крым на пленэр художников по морскому пейзажу. Там ведущие художники, они делились своим опытом, своими знаниями, передавали нам. Ну и вот, в общем, так получилась вот моя выставка. Как рассказали сотрудники библиотеки, экспозиция Елены пользуется большим успехом. Очень интересный цикл «Мой город». Вот на этих картинах художники, вернее, посетители выставки всегда останавливаются и гадают, где это, как это. То есть они всегда вызывают интерес. Ну, конечно, море тоже вызывает интерес у очень многих. Посмотреть работы Елены Поспеловой может любой желающий. Для этого просто необходимо прийти в библиотеку Шукшина до 15 ноября. Валерия Мельникова, Глеб Печорских, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру».